Тема. Список рассылки. Это средство массовой коммуникации, группового общения или рекламы. Заключается в автоматизированной рассылке сообщений группе адресов. Списки рассылки бывают на любую тему. Новости, боевые сборы, рейды, торговля, да хоть анекдоты. Название списков рассылки можно найти в интернете. В описании к видео есть ссылка на один из ресурсов. Чтобы подключиться к списку рассылки или создать свой, сначала нужно открыть окно почты в левой части экрана. А потом нужно нажать кнопку в нижнем левом углу окна почты и указать название списка рассылки в открывшемся окне. В данном случае вам необходимо подключиться к экономическому списку рассылки корпорации «Русская Академия». Напишите название списка рассылки «Экономи» и жмите кнопку «Подключиться». Это тематическая рассылка, которую вы можете использовать только по теме экономики, торговли и тому подобного. Пример. Создали контракты и хотите, чтобы он быстрее реализовался. Скиньте его в этот список рассылки и в другие, подобные ему. Чтобы отправить письмо в список рассылки, нажмите по нему левой кнопкой мышки. В появившемся меню выберите «Отправить письмо в список рассылки». В появившееся окно письма просто перетащите свой контракт. А в тему письма можете скопировать название предмета, который вы хотите подать. И отправляйте письмо. Готово! Теперь вы умеете пользоваться списками рассылки. Поздравляю! И всего хорошего!